Это была осень 97-го. Это были те самые 90-е. В тот период пользовалась популярностью своеобразная организаторская деятельность. Внезапно мне предложили организацию конкурса. Конкурс они хотели музыкальный. У них был приоритет. Молодой и модный на тот момент ландшафтный дизайнер. Он запел. Сам? Сам. Серьезной затратной статьей стало жюри. Жюри попросило деньги вперед. Рабочим сцены, администратором и охранником я позвал Серегу Галкина. С этим аксессуаром вы будете выглядеть романтично и незабываемо. Собрать конкурсантов оказалось несложно. Были злые и не очень трезвые рокеры. Нам сюда. Сюда. Певец со скрипачкой. Мы дуэт. Была девочка в белом горошек платьице. Сразу было видно, что она из хорошей семьи. У меня вся семья из музыки. Ой. Была группа из четырех девчонок. Я веселая. Она красивая, она темнокожая. А Марина Васильевна у нас взрослая. Ну как, вам было смешно? А? Вам понравилось? Очень. А вы вот это вот сейчас на сцене перед жюри точно не будете? Когда началось выступление, я быстро пошел за сцену, чтобы не видеть всего этого ужаса. А вдруг там на фонограмме вообще не он поет, а, например, женщина? На кассете твой голос. А если он год назад записал, а сейчас у него гортань парализовала? У тебя гортань не парализовала? Как назовем конкурс? Всероссийский конкурс молодых исполнителей. Слишком просто. Первый всероссийский конкурс молодых исполнителей. И? Что? А название-то какое? Рай это или ад? Если он сниматься не будет, я в кадр не войду. А за двойную плату? Двойную плату? Хорошо. Каждому. Тройную. На троих. Они сниматься не будут. Гарантирую.